Мы величайшие во все времена. И первое место в мире – это наша судьба. Приветствую вас, дорогие друзья, родные сердца. Большая, счастливая, дружная семья Суперджам. Я Еремеева Татьяна. Рождена на огромной, красивой сибирской реке Бирюса, где распростерлась, как море, зеленая гладь леса. А сегодня я живу в Калининграде, где от заката до рассвета Балтийское море. Благодарю вас. Я очень счастлива, что сегодня я на главной трибуне Суперджам. Благодарю несказанно моего наставника, суперинтеллект-тренера, величайшую звезду Марину Самсонову и Люцию Сунбековну Зуль-Корняеву за то, что они, благодаря их труду, я сегодня здесь, вместе с вами, на этой главной трибуне. Расскажу свою историю. Я по профессии повар с 35-летним стажем. И вот пришел момент, когда я поняла, что Алло, меня слышно? Берут. Организаторы, продолжайте, пожалуйста. Да. Пришел момент, когда я поняла, что это как белка в колесе. Я работала в 3 ресторанах на банкетном меню. И еще была работа в охранном агентстве. Понимала, что жизнь проходит мимо. А где же счастье? А когда же жить? И вот этот вопрос, наверное, не единожды был задан. И мой крестный спрашивает: ты что-то, говорит, плохо выглядишь, что с тобой? Я говорю: такое чувство, что я живу не свою жизнь. Вот как-то она мимо проходит. И позвонила мне моя давняя знакомая. Мы были вместе с ней на Байкале по сетевой компании. И она говорит: Татьяна, я тебя давно знаю. Я нашла для тебя то, что ты искала всю свою жизнь. Я задумалась, а что же я искала? А я искала счастье везде, в отношениях, искала в каких-то вещах, в приобретении жилья, но оно было недолгим. И только здесь, благодаря нашей ассоциации, Наиля Фатахутдинова открыла для меня эту дверь. Но сегодня ее нет с нами. Она для меня ангел-хранитель. А рядом со мной наставник номер один, психолог номер один и человек, который открыл для меня эту дверцу к счастью. Она научила меня держать фокус на себя. Она научила меня контроль временем держать. И, конечно же, это очень ценно, когда рядом с тобой команда, энергия успеха. И благодарю вам. Благодаря вам, мои дорогие, каждому эта энергия во мне. И сегодня я ею делюсь, щедро делюсь со всеми близкими, с родными. Поэтому я благодарю, несказанно благодарю наставников, команду, мою команду, всех тех, кто поверил мне, кто пошел за мной. Благодарю всех тех, с кем я познакомилась в Батуми. И сегодня я точно знаю, что мы величайшие во все времена, и первое место в мире – это наша судьба. Потому что, одев поло, где бы я ни была, я везде встречаю нашу кричалку, нашу мантру. Удача и дружба с нами всегда, богатство и счастье – наша судьба. И буквально позавчера в Калининграде я была в поло, в нашей прекрасной бейсболке, встречаю женщину, она говорит: удачи и дружба с нами всегда. Я говорю: ура! Еще один суперджамповец в Калининграде. И так мы познакомились с Татьяной. Я очень рада, что наша команда растет во всем мире. И это так прекрасно. Владимир Викторович, низкий поклон. Все то, что вы наметили, все сбывается. Благодарю Петра Силкина, что с самого утра вы мощную энергию нам задаете. Кто рано встает, тому Творец подарки раздает. Благодарю. С гордостью передаю микрофон и благодарю всех,
кто сейчас меня видит, а также благодарю мою семью. Мощный такой тренажер для меня, но я их очень люблю. Они самые лучшие у меня, самые величайшие во все времена. Благодарю, благодарю, благодарю.